Привет БМВшникам. Знакомая ситуация многим. Один дворник отвалился, а второй заклинил, и дворники не работают. Неприятная ситуация тем, кто столкнулся с ней впервые. Покажу, как можно быстро выйти из нее. Обычно это неприятные ситуации. Куда-то надо ехать, идет дождь, дворников нету. Хотя бы один работал. Так, здесь надо будет фильтр снять. Вот фильтр салонный, их два. Левый надо снимать, на правом покажу, как отщелкиваем вот эти вот защелки и поворачиваем вот так. Воздуховод, он снимается потом движением на себя. Корпус фильтра снимается вот защелка. Выдергиваем крышку, она является и фиксатором корпуса на вот этих вот петлях или как их назвать-то там. Вот, и вытаскивается корпус легко и просто. Дальше вот здесь вот видим шарнир. Вот эта тяга на водительский дворник. Вот шар изнашивается. Вон он. Видно, что изношенный. Из-за этого вот здесь соединение расходится. Вот эта тяга упирается. Вот смотрите. Эта тяга упирается вот сюда куда-нибудь или еще что-нибудь. В общем, начинает клинить. Из-за этого вырубаются дворники от перегруза и не работают оба. Вот я пытался сверлить, металл жесткий, сверлить не удастся. Все разбирать долго, искать запчасти. Или новые, или на разборе. Это как бы, ну, процесс длительный. Быстро выйти из ситуации можно так, я пробую. Так, шар берем, протираем его насухо, обезжириваем и на него накладываем несколько слоев изоленты, после чего вот в этот, в ответную часть, куда садится шар, немножко смазки ложим, закладываем и после того, как отцентруем дворники, вот так вот, центруем, все это вот так вот защелкиваем. Но когда будет здесь слой изоленты дополнительный, защелкиваться будет с трудом, возможно, понадобится какой-нибудь газовый ключ или еще что-нибудь такое, либо монтировкой вот так поддавить. В общем, вот так заложив несколько слоев изоленты, но со смазкой на шар, можно быстро выйти из ситуации. Год-полтора отработает дворники еще. Во всяком случае, не в безвыходной ситуации, когда срочно нужна машина, это хороший выход. Надеюсь, помог. Если помог, там, как всегда, благодарите. Не помог, не благодарите. Пока-пока.